очередное утро. Едем туда на базу. Макс. Закончилась у нас аренда мойки. Все, мы там свои вещи пособирали. Скоро вывезем. Марафет там наведем, чтобы было по-человечески. А сейчас едем, куда 66-й газон перегнали. Привезли нам запчасти, там плафоны. Будем доделывать немножко. Я на своем пикапе. Мини-грузовичок. Такие будем ставить. Диодные они. Заменили продольную тягу на рулевом. И сейчас вроде как-то пошустрее крутит рулевое. Пока еду за запчастями, немножко экскурсию проведу. Вот у нас мечеть. Я еду по улице Ленина. Со стороны Ишима. Вот мечеть, пятиэтажки. Это выезд на улицу Габдуллина. Только я сейчас поеду против движения. Вот тут пятиэтажки, тут архив. Всякие нижние этажи, офисы. Есть магазины, парикмахерские. Тут просили заснять. Снимаю. Приветствую. Дядя Саша поехал. Здесь сон. Здесь гостиница находится. Здесь кафе «Морозко». Магазин хороший. Здесь уже остановка стоит автобусная. Все, повернул в центр. Здесь тоже нижние этажи заняты под... Вот здесь аптека, здесь магазин продуктов, мясной. Здесь «Блеск» магазин. Здесь вот заняли первые этажи. Бутики у нас, бутики. Здесь магазин «Универмаг» и кафе «Мелодия». Здесь таксисты стоят. У них несколько точек. Там вот автобус наш городской. Здравствуйте.
Здесь 7 бат. Здесь вот детская площадка и парк. Вот такую небольшую экскурсию проведу. Вот я вот сюда вот приехал. Автозапчасти. Салам. Вот, переезжаем. Пока машин нет. Взял вот два разъема таких. Под 4 контакта. На новые плафоны. И для крепления вот такие гаечки с шайбами. Все установили новые плафоны. Так вот выглядят. Я потом засниму, как подсоединим. Сейчас надо будет искать. Сейчас соединю вот эти вот перемычки, взял. Их вот сюда вот подсоединить. И искать где-то обрыв задний. Не светятся почему-то. Снимаем производство ромашек. Там одну уже приготовили. Все по граммам. Ну, тут всякой лучше. Вкусняшки накидали. Изюм. Еще как называется? Вот эти цветные. Цукаты. Цукаты. Вспомнила, слава богу. Я вообще не знал. Ну, теперь хоть буду знать, чем меня жена кормит. Вот одинаковых кусочков она наделала. Сейчас их скатывает. Кругляшочки. Всю вкуснятину вовнутрь закатала. Чтобы не видно было. Чтобы не видно было. Сюрприз будет. Да. Тесто желтое от этой, что ли? От кого? От цукатов? Ой, нет. Что-то забыла, как называется. Я вообще с работы пришла и все забыла. У меня все, ничего в голове уже не держится. Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское. Правильно. Ну а что оно все падает? Рыс. О, красота. Все, пусть поднимается. Я думаю, так будет хватать, да? Сейчас будем делать другие формы. Нет, все-таки 250 может быть. Мало. Ну, пускай 250. Ну, что-то маловато. Будем делать вот форму сайки. Вот у нас хлебные формы маленькие есть. Специально взяли маленькие. И там сайки, короче, из 3 частей состоят. Ну, мы так будем делать, из 3 частей. Ой. Разделили одну булку хлеба, вес, на 3 части. Плюс-минус, да. У нас все плюс-минус. Ну, это моя такая технология. Плюс-минус. Да, тут секретные ингредиенты. Или как говорится, этот... секрет фирмы, да? Никаких секретов нет. Прямо уж. Вот, момент истины. Как из 3 шариков будет получаться 1 сайка. Тоже катаем. Чего катаем. Ну, и там катаем, и тут катаем. Ну, о, поднимутся, вот хорошие. Чем-то похоже на сайку. Мини.
Также сейчас вторую сделаем. Это еще дети гуляют? Да. Так, мне нужен нож. А ты забрала все ножи? Я забрала. Вот этот возьми, что ты? Тогда маленький возьму. Нет, вот этот поменьше. Я буду салат резать, готовить. За кадром. У меня тут свои тонкости. Прятался. Одной рукой не очень удобно. Все? Что, у тебя еще тесто осталось? Да там надо... Простые булочки? Да. Давай. Просто раскатаю на этих, чтобы я здесь вот буду делать. Ты же у меня профессионал. Школу прошла пекарскую. В трех пекарнях работала, да? Да, надо вспомнить. Ну, я знаю, что в трех. Ну, подожди. В трех. Ну, в трех, да? Центральная, Мирзоевская, Кайдина. Все? А где у нас еще пекарня есть? Гастеловская? Ну, ты там не была, не работала, да? Слушай, а сколько он весит? Может быть, просто как батон сделать? Как батон? Да. Можно, да. Да? Да. Ты никуда не собралась уезжать? Почему? Нет, что-то таких заготовок много этих вкусняшек. Воскресенье, Пасха католическая. Будем чай пить. Я думал, ты меня покидаешь. Неспроста ты. Ты когда хочешь уезжать, ты полный холодильник мне пельменями забиваешь. Холостяцкую жизнь. Кстати, вчера пельмени лепила. Да? Куда? Точно, куда ты собралась? До мамы, наверное, да? Угу. Скажи, чтобы время было, да? Нет, время не работает. Вот так вот. Такая вот специальная у нее гелевая штучка есть. С замерами прям. По диаметру. А этот ножик надо острый ножик. Какой ножик? Меньше не будет. Как раз само то. Большой такой. Он тоже не очень режет. Пойдет. Будет батон. Будешь батон? Буду. Будешь батоном, значит. Сегодня вот еще она рулетик мне пекла. Так, все. Вкусняшки. Тут принесла какой-то чай. Интересный. С цветами чего-то там. Тысяча и одна ночь называется. А чего там внутри? Ну, я вижу цветы только. Ну, он очень вкусно пахнет. Угу. Запах через камеру не передается. Может, понюхать? Ух ты! Ну, правда. Ну, тут... Ай, вкуснятина. Сейчас мы попробуем, что за чай. Не знаю, две ложки хватит. Ну, вот видишь, там много чего. Тут тоже есть. Цукаты тут тоже есть. Ну, вот видишь. Так что будет вкусный чай. Сейчас еще майонез сюда добавим, будет салатик.
от Алексея. Все. Настоялся чаек. А запах, правда, вкусный. Прям вкусный. Может, две ложки мало на такой чайничек? Нет, он еще должен настояться. Да? Это не весь его на цвет. Вот сейчас долить, и пусть еще настаивается. Угу. Жалко, запах не передается. Ну все, чай налили. Угощайтесь. Нам дрова привезли, слава Богу. Даже цыган радуется, да? Ахюбы хороший. Вот КамАЗ привозил дрова нам. Дровишки. Оксану закоптили. Погода хорошая у нас сегодня. Сколько там у нас градусов? Ух, ничего себе. На солнышке 28-29. Вот это да. У-ху, дрова привезли. Да, цыган? Привет, цыган. У него воды, может, нету? Что он язык? Да, наверное. Воды надо ему. Цыган.